карабахские армяне, граждане Азербайджана. Либо принимают, либо дверь открыта. Карабахским армянам пора понять, что они живут на азербайджанской земле. А значит, они граждане Азербайджана. Никто не признал независимость сепаратистов. Однако, среди карабахских армян немало реваншистов. Если они не хотят принимать гражданство нашей страны, тогда добро пожаловать. В соответствии с Конституцией и законами Азербайджанской Республики, те армяне, которые признают территориальной целостности Азербайджана, их безопасность будет обеспечена. В противном же случае, у тех армян, которые не хотят интегрироваться в нашу страну, остается один выход – отъезд. Подписывайтесь на канал, и вы всегда будете в курсе новых новостей.